Сейчас кинематограф все больше и больше внимания уделяет социальным темам, в частности тому, как в этом мире адаптируются люди с ограниченными возможностями. Но заботятся о таких людях не только на экране. В Минске начали оказывать новую социальную услугу. Теперь те, у кого есть инвалидность по слуху, могут бесплатно заказать услугу сурдопереводчика. Достаточно обратиться в ближайший центр социального обслуживания. Пока такую услугу можно получить только в Московском и Заводском районах Минска, но уже скоро она появится и в других. Социальные работники будут помогать одиноким слабослышащим в трудоустройстве, обустройстве быта, расширении социальных связей, а также сопровождать их, например, в медучреждение. Чтобы прийти объяснить, ну, что человека беспокоит, какие у него там заболевания, может быть, как он себя чувствует, какие-то подробности, потому что не всегда, ну, сам глухой может объяснить, поэтому нужен переводчик. И также, чтобы доктор правильно назначил лечение, там, объяснил, может быть, какая-то ему диета нужна, может быть, какая-то, ну, там, не такая нагрузка, тоже объяснить лечение, какие лекарства, как их принимать. Однако в территориальных центрах пока не хватает переводчиков жестового языка. В городе на 3000 человек с нарушениями слуха приходится всего 20 квалифицированных специалистов. По закону языком жестов должны владеть также пожарные и милиционеры.